Так, это что такое? Да ну нафиг. Так, это что такое? Фигня какая-то. Блин, что бы сожрать? Ну-ка, это что такое? Да ну нафиг. В этом магазине вообще купить нечего. Хавка. Так, это все мне нужно. Так, это что, шоколадные яйца? Так, девочка, мне это нужно. И помадку тоже мне нужнее. Так, еще бы что... Так, и это тоже отдай. А, чё бы... Во, вот это очень вкусно, что это такое. А, пофигу, пусть будет. Хавка. Так, чё же мне нужно было купить-то, блин? А, ну, по-любому хлеб. Ну, да, по-любому. Стопудов. Чё же еще? Конечно, хлеб. Сегодня я буду вашим официантом. Готовы ли вы сделать заказ? Я буду шашлык из мякоти баранины, ватрушку гоголь-моголь и зеленый чай с жасмином. А вы что будете заказывать? А мне, пожалуй, воды. Али, я оплачу. Вино, роллы, стейк из мраморной говядины, креветки по-королевски, барабаны из черноморского. Девушка, можно счет? Прошу прощения, вам все в один счет или отдельно? Два счета, но запишите ее воду на меня. Я же обещала, что вода за мой счет. Просто идиотка. Сама ты дура. Ты тупа, неадекватная. Я самая несчастная. Сижу тут как бродячий пес. А, ну, нет, не так. Сижу, как бродячий пес, продрогший до костей. Да, блин, не так. Продрогший до костей. И меня никто не любит. Я никому не нужна. Всем вокруг на меня наплевать. Привет, красавица. Чего скучаешь? Да ну отвалите вы от меня, а? Я, может, в депрессии хочу побыть. Господи. Танцуй, тетя-тя-тя. Тетя-тя-тя, танцуй, тетя-тя-тя. Тетя-тя-тя, танцуй, тетя-тя. Алло, Лизок. Алло, Женя. Меня Саша бросил. Так, будь дома, я сейчас приеду. Вот везучая, а? От всей души поздравляю. А вот этот? Как тебе? Да. Вот этот? А вот этот? Слушай, Лизок, может, сегодня в клуб сходим? Не, Женек, я в клуб сегодня не могу. Я с Давидом в кино договорилась пойти. Да, ненадолго ко мне. Подруга вернулась. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Да, присаживайтесь. Танцуй.